Такая необычная обстановка возле представительства Крым в Херсоне. Видите, палатки вот стоят, общественная приемная. А вот само представительство тут на третьем, наверное, этаже. Представительство президента Украины в Республике Крым. Но их, честно говоря, не слышно, не видно. Нету ни пресс-релизов для средств массовой информации. Я очень редко видел в интернете. Сайт слабенький у них, редко что пополняется. Нету ни видео, ни фото на сайте, очень мало. То есть, даже если взять такие атрибуты, то работы фактически никакой не ведется. Тут иногда делали, конечно, такие разные были и поджоги когда-то дверей в новостях. Но сейчас тут уже установили видеонаблюдение и, наверное, прекратили люди этим заниматься. А вот ребята поставили плакаты. Попович, эта женщина, раньше работала в какой-то социальной службе в Крыму, в Ялте. А потом Турчинов ее назначил, когда исполнял обязанности президента. Так она по сей день и руководит. И вот видите, на заборчиках так вот плакаты. И фактически она вот ведет, как губернатор должна отвечать за ту область. Вот еще один плакат. 3 года бездеятельности, бездействия. Тяжело разойтись с велосипедистом. Вот видите, как люди принимают граждан в Херсоне. Написано «Общественный совет по вопросам Крыма». Это улица Ушакова в городе Херсоне. Кораблестроительный институт, сейчас филиал Николаевского, вот это на углу.